Всем кукусик, ребят. Так, давайте смотреть, на чем мы с вами остановились, потому что я сколько дней 10, наверное, если не больше, вообще к компьютеру не подходил и не записывал вообще ничего, не было возможности. Так что нужно сейчас вспоминать вообще, как это что работает, куда тут нажимать и чего мы с вами тут добились. Да, по поводу записи игр, не знаю, кто тут новенький на канале, старенький, так что это такое. Ага, ничего. По поводу записи, то, что, к примеру, я вот сейчас записываю с утра видос, и по идее он должен выйти, у меня будет вечером. А если вечером видос записываю, значит он должен будет выйти утром. Ну, то есть у меня нету сейчас на данный момент определенного графика по записи, так что видосики будут, когда конкретно, я без понятия. По каким там играм и так далее, то же самое, пока не знаю. Ну, как есть, так что можете не отписываться. Канал как продолжает записывать, так и будет продолжать. Но с маленькими перерывами. Ну, надеюсь, что в скором времени все будет хорошо. Да, по поводу... Это как его? PUBG. Хотел бы поговорить с вами. Кто играл в PUBG? Что с ним не так? Я не знаю, я... Когда? Тоже пару дней назад, плюс-минус, как говорится, 10... Пробовал зайти в папку, проверить, что там, как говорится, по настройкам, по обновлениям. Включил ЭБС-ку на запись, и у меня просто все в красное вышло. То есть я не знаю, что там за обновление. У меня раньше и так большой папка лагал, а это сейчас вообще невозможно. Даже постримить, в принципе, невозможно. В ББшке все нормально, в Блице тоже все хорошо. А вот папка что-то меня подрастроил, хотя вроде бы... По железу все было то же самое. На как-то так. Ладно, все. Я вам пожаловался. Спасибо, пожалуйста. Как говорится, не забудь поставить свой лайкосик и написать пару комментариев. Так, по-моему, в прошлой серии мы с вами ходили вот сюда. И здесь где-то недалеко должен быть этот, как и... Так, сейчас, секунду, я альтабнусь. У вас, по идее, звук пропадет игры, но... Да. Так, здесь должен быть пролах. О, пролах, да. Хорошо. И здесь где-то должна быть комнатка с водичкой, где мы должны будем с вами ее чистить. Залить туда, получается, в генератор бензину и откачать воду, по идее. Вот это вот место. Вот это вот место. По-моему, на нем мы с вами тогда и остановились. Да. Так, что мне нужно? Мне нужны кусачки. Мне нужны кусачки. Ага. Так, зажали. Все, хорошо. Открываем. Давайте смотреть. Так, давайте берем в руки. Что мы берем в руки? А ничего мы не берем в руки. Давайте зажигалку возьмем в руки. Берем канистру и смотрим. Так, здесь эта штука не работает. Что нам нужно? Нам нужно как-то, чтобы оно заработало. Чтобы эта штука заработала, куда мне нужно, что его залить. Так, идемте смотреть, идемте смотреть. Что нас тут с вами ждет? Надеюсь, бабайка на нас не нападет. О! Канистра с топливом, это хорошо. Блин, либо я давно не играл, либо игра начинает тупить. Либо я не знаю. Либо я уже до такой степени до всего придираюсь, что у меня все кажется, что тупит все. Все подряд. Так, ага. А мне сюда не пройти. Так. Ну. Угу. Давай, 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 давай. Все, хорошо. Вы, главное, мне, как говорится, не забывайте напоминать, чтобы я... Включал фонарик. Все, отлично. Так. И сейчас меня током как шандарахнет, да? Не? Все, по идее мы сейчас с вами включим этот генератор. На звук прибежит бабайка и съест нас, да? Я правильно угадал? Я понимаю, нам нужно будет сейчас убегать. Так, до этого давайте возьмем, наверное, вот эту вот гранатку. Вот эту вот гранатку.
Зарядим фонарик. И будем, наверное, становиться с вами на лыжи. Все. Я предлагаю становиться на лыжи отсюда. Потому что... Что-то мне кажется, что... Или нормально будет. Ага. Вот оно ползает, падла. Вот этот ползаешь, да? Вроде не нападает. Что-то, как говорится, я раньше времени паники начинаю разводить. Хорошо. Все? Все, отлично, да? Или нет, или нам больше нужно? А вода будет наполняться дальше, или мы сможем пройти? Не знаю, я предлагаю пока здесь отключить генератор. Пока здесь отключить генератор. Так. И пройти дальше. Посмотреть, что у нас тут ждет. Ага. Так, дай сюда. Или куда? Или туда? Куда тебе надо? Так, а тебя? Ну? Алло. Алло, игра. Говорится, алло, игра. Так, а мне что, тебя дольше толкать? Правильно я понимаю? Так, стопы. Давай мы тебя задвинем вот сюда. Вот, как раз ты не мне мешать не будешь, ни бабайки за мной бежать мешать не будешь. Короче, никому мешать не будешь, и это хорошо будет. Так, налево-направо. Блин, надо не забывать, что тут еще вроде бы как бы растяжки есть. Ага. Проглючило, это бывает. У меня на новой локации всегда оно глючит, так что все хорошо. Блин, тихо. Тихо. Блин, записывай днем и вообще ничего не вижу. Я привык ночью записывать. Когда в экран ничего не светит. Так, это что такое? Я тут пока не сплыл, как говорится, вспомнил. У нас где-то должен быть динамит закрытый, я помню, где-то лежать. Так, что это такое? Это записка. По-моему, на таб, да? Мне нужно было узнать, что таит в себе тьма. Узнал? Я видел. Ха! Видение. Видение ушедшего мира. Понял. Шизик. Ха-ха-ха. Так, это пустая бутылка, да? Дай фотографию. Ага. Пила мы не можем брать, веревку не можем брать, эту не можем брать. Хорошо. Не знаю, зачем мы сюда с вами приходили, только не верите, что ради записок. Так, давайте смотреть. Угу. Использовать туннель для... Так, хорошо. Установить наблюдение. Спасибо. Была очень полезная информация. Говорится, главное, вовремя. Так, а может мы с вами отсюда и выйдем, ля? Там что-то светится. Там в окошке что-то светится. Так, тряпочка. Хорошо. Ку-ку. Мистер Бабайка. Так, у нас добавилась новая с вами локация, хотя мы и старую еще с вами не исследовали. Я так понимаю, это локация... Локация ля-ля-ля-ля. Локация нашего монстра. По идее, насколько я понимаю.
Что-то все оно летает, что-то оно дрожит. Так, топливо, хорошо. Прикольно. А ну, if you're happy and you know it, clap your hands. О, умничка. Так, что ты хочешь от меня? Куда тебя использовать? А никуда. Давайте, наверное, тряпочку мы с вами на буковку Х выкинем. Аптечку возьмем. Блин, может одеть противогаз? Я сейчас не начну петь вместе с ним. Это не ядовитый? Не ядовитый газ. Так, если вы думаете, что вы ничего не видите, как бы я тоже ничего не вижу. Так что, ребят, мы с вами в одинаковых условиях. Алло, ты кто? Ты кто, парниша? Так, нужно все обследовать. Хотя у меня места нет уже, в принципе, нигде. В инвентаре. Это что такое? Вы это видели? We are the champion. We are the champion. My friend. Алло. Кто это поет? Жесть. Что-то мне кажется, сейчас что-то будет. Что-то мне так кажется. Так. Что у нас по потрошкам? Давайте смотреть. Ага. Два штучки. Три штучки. Конечно, на монстра не хватит. На монстра не хватит. Но, типа, сделать вид. Думаю, что-то получится. Ой. Это я сделал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за бред? Алло. Тебе не убежать. Нет. В смысле не убежать? А ты кто? Алло. Ах ты падла, ты в меня стреляешь, да? Ой, а у меня патрушки закончились. Я понял. Он хороший, да? Он нас спасает. Зря я, наверное, в него выстрелил. Думаешь, боль остановит мою руку? О, no. Я так и понял, шизик. Так, заряжаем револьвер, хотя бы одну штучку. Все. Да, ребят, спасибо, что перевели, как говорится. Спасибо, что перевели. Да нет, не слышишь ты меня, не ври. Не ври, не слышишь. Так, тряпочку взять я не могу. А я не знаю, нужно ли использовать мне... Использовать мне бинт. Поранил ли он меня, либо не поранил. Ничего не вижу. Да хватит перезаряжать, успокойся. Давай дружить. Давай дружить. Так, вставили, хорошо. Так, чел, у меня есть револьвер, и я не побоюсь им воспользоваться. Так что отстань от меня. Не, не нужно. Не нужно, не нужно, не нужно. А что мы с вами можем выкинуть? А ничего мы с вами не можем выкинуть, потому что у нас с вами как бы полный инвентарь, и все нам нужно. А я хотел бы взять бы с собой... Эту штуку. Аптечку. Угу, еще аптечку. Слышь, чел, успокойся, все. У меня и так оно все лагает. Я ничего не вижу. Ты мне еще тут панику наводишь. Дон ты стала библиотеке. А ну. Иди сюда. И
Иди сюда, давай, 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 давай. Hello. Ох ты, падла, вы это видели? Вы это видели? Сейчас, погоди, сейчас ты меня, падла. Так, что это такое? Рукоятка детонатора, вот оно. Шикарно, сейчас, падла, я тебя только встречу. Да, расскажешь мне потом. Когда я тебя найду. А иди-ка ты сюда. Я так понимаю, оно слепое, да? Так, что у нас добавилось? У нас добавилось еще одно место. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. А походу нужно его сейчас будет каким-то образом лузгнуть и забрать у него дробовик. Все. Вы не можете дополнительный предмет в инвентарь. В смысле, не могу. Могу. Давайте мы с вами палочку выкинем. И возьмем дробовик. Я зачем пьян? Давай зарядим. Ну все. Монстр. Давай еще. Давай на все. Я, как говорится, иду за тобой. Ну все, шикарно. У нас здесь теперь дробовик. Как там было? I need your clothes, your boots. Hasta la vista. Бейба. Так. Бейба это, конечно, хорошо. Ну давайте смотреть, ничего ли я тут не пропустил. Если лагает, ребят, сори. Я с этим ничего не могу сделать. Такая вот игрулька. Такая вот игрулечка. Так, ага, тут что-то явно запрятано. По-любому. По-любому тут что-то есть. Самое печальное в том, что если я сейчас не пойду, не сохранюсь, мне придется это проходить все заново. Погоди, мы вышли, нашли выход, Чуша? Можно туда и не надо с вами искать динамит, если мы выход с вами нашли. Прикольненько. Но я, походу, отсюда не вылезу, да? Так, что это за сумочка? Что это вообще такое? Не знаю, что такое. Но им воспользоваться нельзя. Здесь тоже ничего нету. Алло, ребят. Так, слышно, прием. Да, в любом случае нужно возвращаться назад. Главное, что мы с вами нашли рукоятку от динамита. И нужно вспомнить, где находится динамит. Честно, не помню, где он находится. Я, по-моему, в первой, либо в третьей серии. Его находил. Так, интересно, вот эти вот бабайки-привидения меня могут тронуть, либо не могут? Вообще ничего не вижу, просто от слова... Что это такое? Дай сюда. А, гранатка, нельзя гранатку взять. От слова запей. Так, ладно, предлагаю, наверное, отсюда как-то потихоньку выбираться. Если бы еще вспомнили бы кудой. Так, тихо, потрошки для пистолета. Что у меня лишнее? Лишнего у меня тут ничего нет. У меня все... Все ценное. Блин, ну что, могу нас поздравить. У нас с вами теперь есть дробовик. Дробовик это хорошо. Так, где найти выход отсюда? Это тряпашка. Тряпашка не нужна. Тряпочка не нужна. Я так понимаю,
Вышел с фонариком, ничего не видите, что без фонарика, да? В принципе, все то же самое. Ну, если идти типа под стеночкой идти, типа, то, возможно, так более светлее будет. Так, ага, и я сюда зашел. Зачем? Ага, не зачем. Окей, спасибо, игра, спасибо. Спасибо за потраченное время. Вот я думаю, может все-таки пока мест не тратить дробовик. Так, по-моему, мы сюда вышли, да? По-моему, мы сюда вышли, да. Я предлагаю сейчас идти домой. Так, мы тут были. Возвращаться домой. За это как его сохранится. Сохранится. Так, а мы кругами ходим. Ну, точнее, я хожу. Вы просто непосредственно за этим наблюдаете. Но, как говорится, держу в курсе. Мы ходим кругами. Так, куда-то тут нужно было повернуть. Куда? И зачем? Никого? И где? Как там в случае, если вы потерялись в пещерах? Два раза налево, один раз направо, да? Вроде как-то так. Не уверен, конечно, что здесь это так сработает. Ага, и мы с вами опять вернулись к этому месту. Киюшки, киюшки. Главное, как говорится, не расстраиваться. Так. А я все думал, когда ж нам дробовик дадут? А вот когда. А вот когда. Так, может сюда? Или нет? Или явно не сюда? Или мы тут с вами были уже? Корица, спасибо, я рад, что у тебя тут есть карта. Можно карту только найти. И спокойно пройти. Так, ну мы тут ходим... Ходим... Это что такое? Ага. Ходим кругами. Ходим мы с вами кругами. Вы не можете взять дополнительный предмет. Спасибо. Это я уже понял. А можно мне найти выход? Так, а ну иди сюда, дверь. Дай сюда. Давайте мы ее закроем. Давайте мы ее закроем, чтобы мы больше сюда не заходили. Я не вижу ничего. Вообще от слова забей. Так, хочется кинуть гранатку в кого-то. Алло, игра. Ну, донде стала библиотека. Все. Хорошо, давай смотреть. Может, тут где-то... Может, где-то тут, либо нет. Либо да. Либо наверх. А, да, вот оно что. Помните, мы тут спрыгнули. Вот тут мы спрыгнули, вот сюда. А теперь нам нужно как-то забраться... Как-то наверх забраться. Мы отсюда вот спрыгнули сюда. А как мне забраться наверх теперь? Вот это вот хороший... Вопрос. Да и на эту штуку я запрыгнуть не могу. Это, то есть мне нужно сейчас сюда что-то подносить, правильно понимаю? Ля-та ты шо, Арчи умный, ты гляди. Вообще. По-любому IQ 800 где-то. Стопудово. Но не меньше 800. Может, даже 850. Так, ладно, с этим мы с вами разобрались. Идемте сохраняться. Монстра я уже не боюсь. У нас с вами есть дробовак. Дробовак есть у нас с вами. Дробовак это, конечно, хорошо, но... Мне бы найти еще динамит, который где-то лежит. Где-то он лежит, этот
Динамит, я даже без понятия где. Так, поплыли. Или побежали, или поплыли. Так, а можно мне немножечко? Ага, пролагало, все нормально. Немножечко больше света. Можно мне? Во, так вроде будет немножко получше. Правда? Правда, да, хорошо. Отлично. Так, идем, идем домой, идем домой, идем сохраняться. Так, где-то тут бабайка лазит. Ага. Вовремя. Как говорится, вовремя. Его ж падлу не услышишь, если он где-то здесь будет же ходить. Так, здесь у нас что? Здесь у нас что? Алло. Ага, здесь у нас что-то с вами есть. Записка очередная и карта. Что мы сможем с вами сделать? Единственный вариант это либо кинуть гранату туда, которую у нас нету на данный момент. Либо с дробовика. Но дробовик я не хочу тратить. Не хочу тратить дробовик. Может, мы тут где-то найдем с вами гранатку. Или. Или навряд ли. Или навряд ли мы ее найдем. Так. Что это тут? Hello? Ага, вот динамит. А, ребят, вот динамит. Видите, светится? Вот динамит светится. А мне нужно сюда как-то попасть. Погоди, погоди, погоди. Погоди, как мне тебе сюда попасть? Мне нужен пароль. Я вижу. Вижу, вижу, что у меня пароля нету, да? Мне нужен пароль. Говорится, я вижу ориентир. Это хорошо. Так, это откуда дверка ведет? Склад взрывчатки. Знаете, что самое смешное? Что вот динамит. И мы можем с вами закончить, как говорится, игру. Но, к сожалению, я пройти сюда не могу. Либо мне как-то нужно по-другому его заходить. Так, ты сюда хочешь спрыгнуть? Так, давай попробуй, давай. Как раз опробуем дробовичок. Блин, самое печальное не то, что свет выключился. Самое печальное то, что вот оно вроде. Алло? Беги, Арчи, беги, Алерши, Арчи, беги. Беги, 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 все, 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 забудь, забудь про этот динамит, оставь его себе. Оставь его себе, бабайка. Тихо, 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 тихо. Все. Донде стали библиотеки. До побачення. Короче, что у нас по потрошкам? Давайте смотреть. Давайте зажмем эрочку. Давайте зажмем эрочку. И, ага, по потрошкам на все печально. Сколько раз я выстрелил? Три, да? Со страху я три раза, по-моему, выстрелил. Так, вот у нас есть гранатка. Это хорошо. Это хорошо, хорошо, хорошо. Но гранатка я двери, по-моему, тень никак не взломаю. Мне по-любому нужен пароль. Пароль, пароль, пароль. Блин, и что делать? Ребятули, что делать? Как-то быстро закончился бензин, вам не кажется? Как-то быстро потухло все. Так, топливо на нуле. Угу. Ладно, давай заправимся по полной.
Справимся по полной. Ага, это все, да? Да, ну, алло. Блин, гребаное управление. Да. И свет дали. Короче, я понял, когда свет пропадает, бабайка выходит нас искать. Ладно, ладно. Зато у нас появилось пару свободных мест. Бутылка с топливом. И гранатки. Ну, давайте их используем, я не знаю, ну что-нибудь лежать. Давайте их используем. В принципе, мы тогда сохранились. Идемте попробуем дверку взорвать гранаткой, если не получится. А оно не получится. На этом, в принципе, серии закончим, потому что нам нужно будет с вами найти пароль от той дверки. А где он находится, я без понятия. Может находиться в любом месте. Не конкретно, типа, он здесь должен лежать, этот чел с этим паролем. С этим жетончиком. Потому что если бы у меня был бы пароль, он бы у меня вот тут был бы написан. А здесь у меня этого нету. К сожалению, этого нету. И даже в записках нету. Где искать, я тоже не знаю. Так, хорошо, эту дверку мы можем и гранаткой, так сказать, вот так сделать, смотри. Биг бадабум. Хорошо. Так, только откуда ты побежишь на меня? Откуда, падла, ты на меня побежишь? Хорошо, ниоткуда, да? Так, у нас здесь с вами есть бинт, каска, фотография, фотография. Ага, вовремя, спасибо. Есть карта. Так, что это такое, что это такое? Это у нас получается... Это склад взрывчатки, нам нужно сюда... Я это понял. Так, в туннелях мы были, да? Канцелярия, склад, кладовка, арсенал. Арсенал. Ага. Летающая гранатка. И газ. Окей. Но с этой дверкой... С этой дверкой так не сработает, к сожалению. К сожалению, так не сработает, я уверен. То есть, бросай, не бросай, наверное, но... Было бы, конечно, неплохо. Было бы, конечно, неплохо. Так, что это, палочка? Палочка. Топливо. Что у нас лишнее? У нас лишняя палочка. У нас лишнее. Топливо нам нужно. Не, видите... Не пойдет, не пойдет. Блин, оно так близко. Могли бы уже на сегодня, как говорится, закончить наше прохождение и начать что-то другое. Вот эта вот дверка, я не могу понять, откуда она идет. Может, можно как-то попасть иным способом, либо нет. Либо нет. Ладно, ребят, я, наверное, иду, сохраняюсь. И, в принципе, на этом, я думаю, можно... Сколько там по времени... Серию и закончить. Да, это как раз 35 минут. Думаю, в принципе, неплохо будет. Под чаек можно будет посмотреть. И в следующей серии уже просто походим, попробуем. Что это? Что это? Что это? Что это? Сигнальная шашка. Давайте посмотрим, как она работает. Давайте положим пока вместе эту штучку. Вот так. Возьмем с вами сигнальную шашку, возьмем в руки ее. И сделаем «Донде стала библиотека?» Ой-ой-ой, по-моему, он там. Все-все-все, это тебе, забирай. Мне не надо больше сигнальная шашка, серьезно. Короче, в следующей серии попробуем просто походить по...
побродить по местам, поискать пароль от дверки. Честно, я без понятия, где он находится. Может, возможно, мы его и там в туннелях пропустили, где у нас дым был. Помните, мы ходили, мы нашли с вами детонатор. Как там кричал Бэтмен? Где детонатор? А оказывается, детонатор был у нас. Так, ладно, все. Дверку закрывай. На замочек. Как говорится, писать и спать. Так что все. Всем мур-мур. Я здесь отдыхать. А вам, как говорится, приятного там дня, вечера, либо какое у вас там сейчас время. Все, ребят, всем пока-пока. До потом. И в следующей серии будет следующая серия. Так что все. Мур-мур.